Вот бум-бум тут. Вот бум-бум. У Вася. Я запустил. А, ю-бум-бум. Вы услышали призыв серебряного авангарда. Такой ник я бы не придумал, блядь. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими... Это мой серию. Те из вас, кто смогут пережить испытания... Позалупят истерики, блядь. Который направится в цитадель ледяной короны. Кому же он залупится, не надо. Залупил, КС даст, может, не знаю. Ну, позаврим. Твои чудовища не читают твоего Кастаура. Кастаура есть? Поставьте Кастауру и Ауру на огонь, да. Я не знаю, как вы вообще такие ники придумываете. Давайте рост. Точнее, да. После трех заберешь. Выходим, служишь, рестер шаманы. Дистанцию набрали все. Черника умрешь сейчас 7 стаков. Внимательнее следи. Дашь, когда дать зубы. Мне не надо. Зачем, блин, это скил? Шняк забери. Ты не забрал, Тём. Он на мне. Что мне показывает? Да, он даже показывает. Лудиарин, выйди с метки. Я не стою в метке. У тебя дебаф. А, я там этот снобы. Зоня, молодец. Серж, подыми, Зуню. Значит, киллы встанет за звездочку. Дайте бафы по роге, кулак, каску. Просто баф лапу. Добили Снобальда, бьем звезду. Милики не стоим, под лужи выходим. Чешки по команде прижмите. Мы за спину встали, за спину звездочку. Не забирай. А, звезду я. За черепом остановите, сейчас болевать будет. Бля, топор убить. Поднимите какой-то. Ну. А, он не забрал просто босса, он сдохнул сразу. Не, он собрал и сдох. Короче, на мне токсин. Точняк, можешь забрать с меня? Да беги похую, он же. Он не плюет, он не плюет сейчас, беги по рейду. Беги сейчас. У тебя есть. Смещайтесь все к сейчас скажу, к звездочке. Не знаю, она так его сложила быстро. Повернул в рейд, блин, дурака этого. Ну, в центре был, что сделать? Да нет, я бежал уже с дебафом. Он умер, он на меня переключился в рейд. Я успел, ну, отвернуть. Он один полевого дал. Нормально, такого у меня еще не было. Это было два танка, нахуй нужно. Серж, проснись ты тут. Все, ты не можешь забрать, я в дебафе. Да хоронит, на тебе шагру. Стой себе. Ставьте фрост аура. Так там топор вроде фурики, че он уже в танке вроде должен быть. Так он есть в танке. Что-то я 40 тысяч как-то мало. А не в танке. World of Protobars. Ты, наверное, на посланника собирал с чем-то. Да-да-да, на ДБ. Нет, для ДБ слишком мало, ой, мало ХП. Пизда мне, да? А, не. Не бомбим, выйди. Пока. Спасибо счету ДЦ, что с его нувара.
Да и я там чуть под раздачу не попала. Бабах. Нет, почти. Пей. Лицо мелика силового. Мощный мелика. Нахила. Дали бафы вроде. Злопа. И перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва. Поварам еще каску, кулак злопа дай. Как хорошо, что я такой ник не придумал, блядь. Ничтожный. Или тоже кулак баф это забыл. По кому дать? Поварам. По залупу. Бля, можете меня как-нибудь по-другому называть? Знаю, все по никам называем, не так удобно. Каноп называл просто Заврик. Ну это не так обидно, как Войд, правильно? Здесь уже никто не помнит этих шутки. Канок просто интеллигент, он не матерится, поэтому не называют так. Ну это не мат, вроде. Ты бомба, выйди с меткой. Чем ты несешь лужу под эрдуа? Рассеивайте заклинание с босса. Череп хилим. У кого-то есть гим на хп, не на кд? Да, да. Шо, Серж, метка, выйди. Череп хилим. Скоро вулкан появится, будем в него играть и потом в трэш. Спальте магию, играйте в вулкан все. Все, давай сакру. Килин череп. Как у Васи выйди с рейда. Давай гимн от хил, селены, энерги. Добейте трэш слева от босса. Он ауешит, сбивает косты хилам РКД. Череп хилим.
Череп хилим. Убейте портал, бейте босса. Это ему брать. Выпустить следующего босса. Трофей. Победили демона. И теперь нас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Плащ на танка. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Все ролят на танка или нет? Кто ролит на танка? Я писал то, что ролю на танка. Это тот чувак с непристойным ником? Конечно. Просто ты писал, значит, тебе отдам. Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса Героев! Клена Милика. Лишь пробуй того, что ждет нас в будущем. За Орду! Никто не помер, кулак не надо никому. Вот есть танк аспект. Пикайся. Надо 4 танка, то мы будем вайпаться. Ладно, попробуем. Вуди Аллен, держишь звездочку Эстер Друида. Бонус. Фурика. Точняк, ДК. Топор убить рогу. Кто может ханта поддержать? Ладно, будем ханта убить. Ханта. Лок. Так, лок. Лизоня, ты можешь посидеть на кружке и позбивать ему каст на локе? Ты тут? Не слышно? Ага. Я повихрю. Лизуня, ты тут? Ну а что ты не отвечаешь? Все слышали, ты не слышал. Сидишь на кружке, лоб, сбиваешь каст. Бьемся за эту звездочку ханта. У нас 3 танка, поэтому надо сначала слить ханта. Потом лока, потом ШП. Листы, диспель, тихоты, все с босса, которого мы бьем, потому что мы будем сначала додебить, а не хилов. Хилы будут хорошо хотать. Чек на пол. Звезду, кружок, потом череп. Все готовы, танки разобрали босса. Пошли. Звезду играем. Просто дали, все звезду влили. Сбивайте, Вуди Аллен, сиди на Рестер Друиде. Дай ему знания. Поконтрольте, желательно еще полипала. Кресты, зайдите в боссом, дайте эфир. Добили звезду, добейте кружок теперь, потом череп. Кто-то может дать эфир по квадрату? Давайте, если добили лока, еще нет. Добивайте лока, бьем ШП, череп.
Ну, а эти в череп, потом будем бить квадрат полипан. Пожалуйста, контрольте звезду. Короче, давайте сначала вот звезду будем бить, там в куче мобы стали. Давайте звезду сначала. Давайте будем потом кружок бить, маг. Квадрат потом. Никто не умер, кстати. Потому что сова вихрь дает. Да-да. Сколько раз спасал от смерти? Нет. На мувике есть. Давайте квадрат, потом звезда. Кружок можно там. Погоди, кружок. Нужно кружок подводить к рейду уже. Звезду только добейте, потом кружок. Давайте кружок. Кто-нибудь умирал на первом боссе, нет? Нет. Пойдем на ДБ. Давайте звезду. Надо гимноман или нет? Вы ВК уже принесли? Почти. Хорошо. Да. Все, это последний босс. Задавать. Иди его, короче, конкретно тогда. Красивый кто еще, кроме короля лича, выиграет от подобной глупости? Уберите тотема. Чего? Истинная опасность еще впереди. Трофей. Битва с королем личом. Тренер. Тринья порол? Нет. ПВП. Да, запускай.
Сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Давайте берем все темные сферки. Смотрите. Воин только темные шарики. Набирайте 100 стаков, получайте баф на 15 секунд плюс 100% к урону. Светлые шарики наносят урон по вам. Не ловите светлые шарики. Чекнул пул. Должен тут чек. Птица урез. Запускайте боссов. Здесь светлого портала стоим. Сейчас огурец возьми. Темный портал. Видите, хорошо протопал, у него ревностный прок. ВДК получает 20% урона лишнего. Смотрим спецспособности. Светлый портал все взяли. Светлый портал взяли все. Давайте Сакру. Вдруг как ты умер? Скажи мне. Все, ДБ мы не сделаем. Приказ ДБ. Пей. Первый сдох. Извини, не упала. Я помню, первый больше сколько. А, подловил. Ну, прикольно, я умер. Бэр. Поднимите, то лучше снова пропадет с Вольки. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряных. Цепт. Вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет. За... Говорить надо? Сложи ледяную скорбь, и я... Да-да-да, еще я тоже могу. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов... Еще можем еще сходить в одну руку. Хотели 25 минут пока. Главное, слева точняк будет тащить, я справа контролю. Так, ну два танка, да, я двоих, ну, четыре моба танчу. Не-не, ты два моба потанчишь, а я справа. Кино на одном
Склоня нежить, это минута за минуту обычно мы убиваем. И должен еще один какой-то чел кинуть. Либо покаяние, либо сковывание. Кто же это будет? Кто может это сделать? Справа моб будет на второй фазе. Там уже я почти их 4 поймаю, это под босса подведу. Ну так... Не, на второй фазе. Их же надо просто кайтить. Это я про вторую фазу говорю. Так. Мырки-фырки. Сможешь? Сковани. А, блин, короче, топор рубить. Давай тоже спекни с танка. Поддержишь одного моба на второй фазе. Я одного законтролю. Я могу даже покидать. Ну, покидай на всякий случай на второй фазе. Да, топор чинить, спекайся в этом про товара. Топор чинить, блядь. Чек на пул. Все, можешь начинать. У нас какие-то ники агрессивные. Топор убить. Залупа какая-то. Трэш вышел. Давайте в трэш играем. Косты надо сбить. Хитя танка. Давайте в трэш сыграли. Отошли, сейчас от босса будет взрывание. Человек с шипами. Заходи в лужу. Гимноманы надо кому-то? Да, продуктив не использует ману. Давайте, 5 трэш вышел. Обводим под босса трэш. Надо его убить. Потом начнется вторая фаза. У меня справа по контролю одного моба, Селена тоже по контролю. Кусты там сбить. Топор бить, помоги точнику подвести мобов под босса, чтобы мы его залили. Я считаю людей с дебафом, смотри внимательно. Да, что-то ДПС слабенький. Так, я законтролю одного моба. Законтролил одного моба, его не бить. Танков на пол хилим. Чешку.
Селена, попробуй еще одного лоба законтролить. А, ладно, не надо. Ничего роста не надо. Топор убить каст, сбей каст. Ну. Котик им на отхил. Присты, поконтрольте из задних мобов еще. Одного только законтролил. Да, что-то с хилом у нас. Я подвел тебя, господин. Надо было, чтобы мы убивал трожь тебя.